Привет, я Айси, и сейчас будем смотреть новое видео Джохана по игре Teardown. Ее, кстати, очень давно не было, я даже соскучилась. Надеюсь, динозавров моих никто трогать не будет. Видео называется «Новогодние бабки». Если все понравится, не забывайте про лайк и подписку, и поехали! С небольшим опозданием, но все же видео с новогодней атмосферой и атмосферой любви. Понимаю, что именно сегодня кончились новогодние каникулы, и люди вышли на работу и учебу. Поэтому убежден, что именно этого ему не хватает. С Новым годом поздравляю. Меня поздравляют с Новым годом. Тихо. Что? Все. И дальше я не хочу. Мне хватило этого Я вас тоже еще раз поздравляю со всеми новогодними праздниками. Всего вам самого хорошего. Поздравления, а дальше я не хочу слушать. Ты взгляни на это, просто посмотри по кругу. Елка, ну нет подарка. Я сейчас принесу подарок. Одну секунду. Я покину. Вот. Машина. Машина. Ну, я хотел модельку машины. Меня буквально поздравляют с Новым годом. Я не хочу... Кстати, напишите в комментариях, а что вам подарили, если не секрет, или что вы подарили. Деструктивное что-то распространять. Я хочу распространять максимальный... Убери оружие вообще всякое. Мы должны нести тепло. Не в таком смысле. Я взял гранату. Я понял, что нет. Тепло и радость. Ой, это страшные звуки. Это откуда? Я потерял тебя. Гачи солдат. Кстати, у меня сейчас точно такая же погода на улице, к нам тоже с запозданием небольшим, но конец, но наконец-то пришла зима. У нас так минус 10, снег, вообще прям ляпота. А ты! Блять! Ай, сломал, блять! Сука, не хотел ломать. А где ты? Где этот экшон? Да тут вот. Подожди, я нашел странное место. Тут что-то издает страшный звук, я не пойму, что это, блядь. Не могу понять. Какие-то звуки страдания, как будто бы. Но я не понимаю, откуда они в Новый год. Я хочу помочь этому существу. Но это, скорее всего, уже не в Новый год. Это уже первого, наверное. Туалет. Как будто здесь какая-то колонна. Это бомж уснул! Ему холодно! У меня есть! У меня есть одеяло! Из лавы! Но он перестал жаловаться. Ему либо тепло, либо очень тепло. Ну, в общем, проблема устранена в любом случае. С Новым годом! Я только что, пролетая поверху, слышишь, я... Иди ко мне. Какой Новый год, такой Дед Мороз, такое и одеяло. У кого-то очень новогоднюю квартиру успел, пролетая мимо, заметь. Пойдем найдем ее, она где-то там. Надо найти на звук музыки, тебе она музыкальная была. Здесь нет, здесь никто не украсил свои квартиры, я это не поддерживаю. Я считаю, что Новый год нужно как минимум хотя бы гирлянду, елочку, там по минималочке. А здесь люди как будто вообще, блядь, не задумывались, что Новый год скоро. Сейчас. Где-то здесь. Дедушка Мороз! Я подарки... Вот она! Ну тут не елочки. Блять, пойдем-ка отсюда нахуй. Но гирлянда там явно была. Тут не елочки, тут кошечки от елочек остались. Сегодня у меня анрекли мой шестизнак. Я думала, что это квип ключиц. Слушай, я не понимаю, что бабки говорят впервые, матрица пошла пи. Я не понимаю, что говорят бабки, а не наоборот. Послушай. Пойду убью себя. Это я понял. Осуждаем. Да. Какие грустные бабушки. Надо им подарок подарить, подожди. Да, что можно подарить бабушке, кстати? Я знаю. Я думаю, что... Цистерну, блядь. Ну, по всей видимости, вип от Майнкрафта. Я все-таки думаю, лучше внука. Внука? Подари ей внука. Да. Хорошо, бабушка, этот внук вам. Возможно, это уже чей-то внук, но... В любом случае... а чё это они начали снег нюхать? Не подходит. Ладно, оставлю их здесь, я потом навещу их через время, еще гляну. Если они в порядке, то я подарю им еще одного внука. Мужчина! Такая елочка там была красивая, вы уже, ну, разрядили? Ну подождите, если можно нарядить елку, значит ее можно разрядить? Ну, в общем, пишите. С ружьем! Убийца! А, это ружь, это рыб, блять, это удочка. Я что-то вообще пиздец. Я просто вижу, двое лежат и этот, и с удочкой. Они загорают.
Это старая русская традиция, загорать от этого. Получать ожоги не от солнца, а от холода, блядь. Это сибирская старая традиция новогодняя. Новогоднее настроение хочу найти где-то. Смотри-ка, закаляется. Закаляется, да, но он очень худой на самом деле. Блять. Закалка это больно, скорее всего, судя по звукам. Банк Фуфлофис. Да ебать, а почему такие все агрессивные? Все какие-то такие негативные. Ну, не знаю, по-моему, очень даже похоже на типичный Новый год в каком-то спальном районе. Пьяные уже на Новый год. Сука, пьяные должны сидеть дома. Хотя бы частично. Слушай, охереть, тут есть машина. В офисе? Машина прям на этаже офиса, да. Погоди, погоди, сейчас вот я сделаю потише, это просто очень шумно. А, где? Не, ну я знаю, для чего она здесь есть. Чтобы из нее эпично выехать из офиса. Блять, знаешь, я вот всегда мечтал из офиса так выезжать, потому что когда время заканчивается, хочется прям просто берешь так вот, блядь, и сразу домой. Сразу домой, да. Не. Все, ого. Да. А что они смотрят? Зеленого слоника. А кто смотрит? У него тут пицца, вроде бы. И он в 3D очках. Слоника в 3D. Да, на маленьком экране. Неплохо устроился. Кстати. Я знаю, ему не хватает погружения. Как думаешь, он достаточно погрузился? Не, ну это уже сколько там, я думаю, 10D, 15D. На самом деле я предлагаю вот что. Я понял, я посмотрел карту, тут много новогодних локаций. Я... Ебать! Ого. Работает? И прям работает. Охуеть! Боже, какой танк шумный! Не-не-не-не, в нем музыка играет громко, я очень не хочу. Не, War Thunder я не заказывал. Не! Кого ты идешь поздравлять? Давай я тебя сейчас это прокачу наверх немножко. С твоего позволения. Как дела? Планируешь? Ну, а это уже вместе новогоднего транспорта с оленями подходит. Возвращаться, брат. Я здесь. Кстати, я тоже. В этом ролике не будет рекламы, поэтому единственное, что вы можете приятное для меня сделать, это подписаться и поставить лайкос. Очень много людей смотрит видео неподписанными, и я, между прочим, очень сильно бы хотел, знаете чего? Пиццу, честно говоря. Поговори с ними, господа, не делай это. Напомню здесь также про свои соцсети, про Телеграм, Инсту, все это есть там в описании. Короче, мне если рекламы нету, я должен хотя бы что-то рассказать про себя, понимаете? Я по-другому не могу. Отпустил вроде. Ладно, все, приятного просмотра, смотрите дальше. Ну, подписку надо фиксить обязательно и на Джохана, и на меня, если не подписаны. Мы погуляли по этому городу. Тут как будто бы много новогодних локаций, но мало новогоднего настроения. Я предлагаю найти две квартиры в одном доме и украсить их в стиле Happy New Year. Ну давай попробуем. Свободная мы вообще. Мы будем соседями? Мы будем соседями, да, наверное, да. Так, я могу немножко стену себе, ну именно... А вы, кстати, видели, в этом году очень захайпили елки с гирляндой роса, называется, и значит, все жаловались, как они накручивали эту росу на каждую веточку елки по 10,5 миллионов, триллионов часов. Вот скажите, вы такое делали в этом году или нет? Как вам вообще? Оно того стоило? Там буду убрать, чтобы заносить разные атрибуты. Ой, блядь! Что? Да я себя дверью эвакуировал на километр в прорубь этот, в реку. Ладно, я в любом случае не зря оказался здесь. Я всегда хотел себе новогоднюю бабушку. Она будет создавать атмосферу уюта и тепла. Мне главное, бабушки, они очень хрупкие. Мне главное, вот очень-очень-очень аккуратно с ней, потому что, ой... Она прилегла, потому что она устала. Знаешь, новогоднюю бабушку очень тяжело поместить в этот, в как его называют? Главное, чтобы она не замерзла. В дом. Ой, главное, очень аккуратно. Не такие хрупкие эти бабушки, это просто невероятно. Да. А она со мной согласна, между прочим. Да. Это та бабушка, которая будет меня во всем поддерживать. Ой, чувак, я так боюсь. Я как будто очень хрупкую вазу заношу в дом, знаешь? Да. Бля, у меня получилось, пиздец. Прикинь? Молодец, молодец. Я даже ничего не отломал от бабушки. Хорошо. С ума сойти. Так, ну это будет наша квартира тогда, я полагаю, раз уж вы здесь. Вы не против? Да.
Отлично. Так. Ай, ну тоже такая, сука, ювелирная работа. А, что ты делаешь? Ой, тише, бабулечка. Ой, бабушка. Боже, одуванчик, такая хрупкая. Просто невероятно. Блин, я пытаюсь бабулечку в гостиную поставить рядом с шифонером. Бабушка, давайте. Главное, не вперед ногами. Ой! Ой, господи, бог ты мой. Что? Ай-яй-яй-яй. А, ног-то уже и нет. Ну ладно. Яй! Ладно, она будет около окошка вот здесь стоять, вот это вот, и говорить. Бля, я сломал бабку, ёпты рот, у неё так нога отпала! Да нормально, в принципе, можно её этой росой обмотать будет вместо ёлки. Да ебаться, ну на! Да я новую возьму. У меня с Фанасьевной разногласия вышли, надеюсь, Фёдоровна будет по... Слушай, это пиздая очень. Она очень шумная. Сейчас я ее попробую выключить и принести. Она сказала, хочет об стену! Сильно вышло. Согласен, погорячился. Ладно, я пока атрибутику буду. Новый год. Желания сбываются. Заносить некоторую. Бабушка, я потом разберусь. Да еб... Пацанов, салат, господи! Не, мне нужна больше отверстия в стене, я понял. Я только хотела сказать. Вот. Ты здесь? Да, я в доме. Окей. Я сделал вход, я сделал подъезд. На самом деле, да я это, я украшаю дом. Да понимаешь, в чем дело? Ну просто ничего тут яркого и красивого, кроме нитроглицериновых бомб, нету. Но я понимаю, что украшать дом в момент пожара — это плохая идея. Но пока вроде все цело. Ну красиво, правда. Я твоя квартира, мне нужно принести к тебе. А я очень похожа на просто LED, вот эти вот лампы такие длинные. Я и не подумала. Тебе немножечко новогоднего настроения. На одном из этажей стоит. О, боже, блин. Вот, видишь, красиво. У тебя как раз начинается пожар. С Новым годом. О, во, пошла красота, пошла, ебать. Загадывай желание. Желание, хочу новый дом. Надеюсь, вам новый дом не нужен после празднования этого Нового года, и все прошло без эксцессов. Тем не менее, поздравлю вас еще раз с прошедшим Новым годом и прошедшим Рождеством. Не буду вас задерживать, увидимся с вами в следующее уже воскресенье. Всем пока. Слушай, я вообще никакие осколки брать не могу. Типа, хорошо. Так, после дома елки Аркадию больше никаких салютов в этом году не доверяем. Да ебать, она из стекла, что ли, а? Я хочу аккуратненько срубить себе елочку, блядь. Аккуратненько просто. Аккуратненько. Оп! Да это ж елка, а не ракета, твою мать! Бабушки, создайте тишину, я сейчас охуею! У меня один FPS, я елку срубил, кажется, половину города, который стоит дальше. Это было лучше любого новогоднего фильма. Классно, мне понравилось. И, по всей видимости, следующий Новый год я буду отмечать в Тердавне. Главное только, чтобы моя 4090 не вышла из чата. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего в этом видео. А мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!